Верхняя Волжья присоединилась к новой общероссийской традиции. В школах Тверской области в начале каждой учебной недели теперь будет звучать гимн и подниматься национальный флаг. 25 апреля такая акция впервые прошла в 89 школах региона. Инициативу о введении еженедельной традиции, которую в ходе встречи с представителями общественности в прошлом году предложил воспитатель Международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов, поддержал президент Владимир Путин. Одним из учреждений, где впервые в Тверской области прошло торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна, стал Центр образования имени Александра Отрощанка в Твери. События приурочили к старту цикла мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы. Сегодня для каждого, кто был здесь, на этой линейке, было и радостно, и, конечно же, переполняло гордость, волнение. Ведь ребята почувствовали дух патриотизма, когда исполняли гимн Российской Федерации, когда поднимали флаги. Сегодня мы дали старт мероприятиям, посвященным великому празднику Дню Победы.